Друзья, всем привет! Сегодня будем делать полезную самоделку из старого огнетушителя. У меня был порошковый УП-3, то есть на 3 литра, но в идеале тут подойдет 5-литровый. Дальше расскажу почему. Как обычно, постараюсь эту самоделку не усложнять, для того, чтобы сделать все быстро и чтобы смог повторить любой желающий. Начать нужно с разборки огнетушителя. Перед этой разборкой убедитесь в отсутствии давления. А то мало ли, в рабочем состоянии там до 16 атмосфер может быть, так что аккуратней. И если руками не получается его раскрутить, то попробуйте его в чем-то зажать. У меня раскрутился таким образом, но у меня достался достаточно свежий огнетушитель, поэтому так легко раскрутился. Ну а вы смотрите, как у вас будет, может придется приложить больше усилий. В общем, я продолжу делать самоделку в ускоренном темпе, а вам желаю приятного просмотра. Что же это получилось, спросите вы? А я отвечу, получился классный и вполне рабочий пеногенератор из огнетушителя.
Сделать его, как вы видели, проще простого, но его эффективность меня очень порадовала. Регулировать густоту пены можно либо добавив, либо убрав твердую часть губки. Чем ее больше, тем пена будет гуще. Я подобрал для себя оптимальный вариант. Рабочее давление должно быть при такой пене, как у меня, 3-4 атмосферы. Для более густой пены давление нужно нагнетать побольше. У меня насос старенький и немного калека, работает без одного поршня. Поэтому немного не успевает и приходится делать небольшие паузы. Единственное «но» в этой самоделке – это то, что 3 литров пены мне немного не хватает на всю машину, и приходится заправлять баллон еще раз. Поэтому советую взять огнетушитель на 5 литров. Его вполне должно хватить. Я пересмотрел на ютубе много роликов с подобными самоделками. У многих ребят идея вполне рабочая, но моя мне показалась самой простой в изготовлении. Как всегда, жду от вас обратную связь в комментах. Напишите, как вам идея. И может, есть еще какие-то мысли, как можно усовершенствовать эту самоделку, или есть идея, что можно еще сделать из старого огнетушителя. Все комменты читаю и на любые вопросы отвечаю. На этом все. Если понравилась идея, то поддержи меня лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем хорошего настроения, всем пока!